Вы можете хлопать вместе с нами, потому что музыка для танцев. А теперь барабаны. Барабаны, как всегда, должны вставлять, потому что вставлять — это основа ритма. Готовы? Это новый стиль, новый ритм, новый бит. Фанк — это средство от всех забот, проблем, обид. Фанк проникает в наше тело и сердце. Фанк — это баса, никуда нам не деться. Так как я доктор фанк и жестоко лечу вас от технопопсы и хард-рок. И только фанк, только ритм, только танцы, танцы. Вот что нужно сейчас моей нации. Фанки, только фанки. Фанки, танцую фанки. Танец, новое движение, скольжение, барабаны и гитары и бас. Вот основы фанка, настоящий ритм — это лучшие приманки для тех, кто любит отдыхать и веселиться, и лучшее снотворное для тех, кому не спится. Я доктор фанк, мой метод — ритм и танцы. Вот что нужно сейчас моей нации. Фанки, фанки, фанки. Не очень-то известен, хотя он мелодичен, ритмичен и, в общем-то, интересен. Ну как нам достучаться до сердец? Те, кто этого не понимает, многое теряет, многого себя лишает. Я доктор фанк, я принес вам исцеление. Фанк с утра, фанк днем, вот мое лечение. А вечером с друзьями или всей семьей на танце. Вот что нужно сейчас моей нации. Все зрители танцуют. Вокально-инструментальный ансамбль МДМС Павлов «Только фанки». Поздравляем группу МФ3 с выходом программы «Жар».